отец и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, по бумажных крылам и приделали к телу. И пошли на балкон, все на нас из окон поглядят домочадцы. Как с балкона мы, ах, сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. Плыли внизу реки поля, все купа падали шляпы, вот красота. Только бы папа не увидал. Я уже улетал, но отец улетал, представляете, жалость. Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежал. Пап страшен, оскал я, пап скакал, как лошадка в голубе. И как будто коня пошлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству, шлепанье в попу, вот подрасту. И буду шлепать папу я сам. На царе винил мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Не достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на пол. Как взлететь я хотел, что ж, коль сам не взлетел, так взлечу вместе с папой.